Розетка выключатель, чтобы в отдельный свет включился. Там два розетка оставлены. Два розетка. Вот здесь будет CPU, внизу уже, уровень вот этого батареи. Мы вверх хотели. Ну, чуть-чуть пониже, да. Ниже, вот как батарея, вот так будет. Так, значит, потом... Освещение будет раз, два, три. Так, раз, все будет в отдельности. Да. Раз, два, три, это как у нас? Центральный? Центральный, один бок будет гореть, когда потолок сделаем, и другой будет освещение. Вы рисуете, как вы видите, гипсокартонные потолки во всех комнатах, да. Так? Да. Вот, и мы этот вопрос тогда потом обсуждаем, не откладывая в долгий ящик, правильно? Вот, и все тогда, значит, тогда уже решаем все, как делать с гипсокартонными потолками. Вот, значит, поскольку здесь получается у вас, значит, достаточно, так сказать, большая стяжка тут, до скольких получается? Где-то 8. 8 сантиметров, 7. То есть, да. Вон, по-моему, 10. Да. То сейчас то есть нужно простимулировать... Да. Деньги, чтобы вы, так сказать, свободно могли ее спокойно завершить. Да. Вот. А эти деньги пойдут уже в сторону третьего этапа. Третьего этапа пойдут все эти. Понятно. Да. Так. Просто из как бы такого финансового состояния. Да? Да. Так.